Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. С вами снова я, Виталий. Снимаю свой сюжет в Ильинском районе Пермского края. Сегодня мы будем садить кедровые орешки. Друг из Нижневартовска привез мне два вида кедровых орехов. Сибирский кедр, вот он помельче. И дальневосточный кедр. У него зерна покрупнее. Вот это мы их замочили в марганцовке, в растворе марганцовки, чтобы всякие грибки от них ушли. Вот, все, что плавает наверху, сейчас будем вылавливать и выкидывать. Они точно не взойдут. Остальное будем садить вот такие штучки из-под яиц. Сюда будем землю делать. Не мелко? Сюда будем делать землю и будем садить сюда. Дальше покажем. Вот такие вот две кучки у нас получилось. Это дальневосточный кедр. Орехи вон какие крупные по сравнению с этими. Вот. Это наш сибирский кедр, который растет в Тюмени, в Нижневартовске. Откуда друг у меня родом. Вот. Сейчас будем садить. Все, земля у нас закончилась. В общем, получается 3 5-литровых мешка хватило на 27 вот таких вот решеточек. Вот. Еще решетки остались. Я думаю, что орехов больше все равно будет. Посмотрим. И думаю, что нужно будет еще досаживать. Потом досадим. Решетки эти просил в облпроде. Они там яйцо продают, решетки остаются. Попросил, когда сказал, для чего нужны. Там покупатель был мужичок. Говорит, тебе весь Ильинский кедром засадить хватит. Мы посмотрим. Будем засаживать. Садить орешки будем острым кончиком вниз надо садить. Вот так просто втыкать будем. Втыкать. Так. А потом сверху присыпем снегом и оставим на улице до весны. Весной оттает, куда-нибудь поставим на солнышко, чтобы ростки вышли. Ну, где выйдет, где не выйдет, посмотрим. Это вот дальневосточный кедр. Конечно, когда он будет давать орехи, нас уже, наверное, не будет. Ну, может быть, и доживем, кто его знает. Было бы, конечно, хорошо. Вот мы рассадили все кедры. Здесь у нас дальневосточный кедр. Его получилось 279 штук и 526 кедров сибирских. Сейчас мы будем закидывать снегом по чуть-чуть. Сань, давай, подставь лопату просто. Потом друг на друга составим, постоит у нас тут немножко. Так. И будет стоять до весны. Весной будем дальше делать. Вынесем на солнышко. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии. Пока. Постскриптум. Вот такое вот чудо у нас получилось. Оставили здесь, чтобы никакие мышки не съели. Еще хотел бы сказать, выразить огромную благодарность моему брату, свату, чуть ли не подельнику Олегу Панину из Нижневартовска, который привез мне эти орешки для того, чтобы я посадил здесь на своей ферме сад из кедра. Олег, огромное тебе спасибо. Приезжай в гости, будем рады тебя видеть. До новых встреч, пока.